активисты первичного отделения 22-й школы принимают участие, дают старт проекту «Десант первых». Этот проект направлен на помощь пожилым людям в уборке территории, также уборка памятных мест нашего города. То есть сейчас зимний период, у нас зимнее время, поэтому это очень актуально. И все сельские территориальные управления, все первичные отделения примут участие в данном проекте «Десант первых». А помогать пенсионерам расчищать снег, это как-то по заявкам вы работаете? Или каким образом организовано? Но в дальнейшем, да, то есть в каждом сельском территориальном управлении, в школах, то есть будут такие отряды собраны, созданы, то есть сейчас 22-я школа дала старт, они первые, кто заявляется на данный проект. И да, по заявкам, то есть бабушке нужно помочь убрать территорию придомовую, ребята выходят, помогают. Мы вообще, в принципе, придерживаемся такой позиции, что вообще все можно делать своими собственными руками. Начать, по крайней мере, с себя и занять такую активную позицию. Решили начать именно с сельских школ и подключить. То есть первая Белебаевская школа – это первая школа, с которой мы начали сотрудничать. У нас в планах как раз-таки, чтобы Белебаевская школа передала эту палочку эстафетную другим нашим сельским школам в городском округе Первоуральск. И дети бы, волонтеры, да, они бы помогали вот на местности, на своей, справляться вот с такими вот, допустим, какими-то экстренными ситуациями, потому что снега у нас еще будет много, зима только началась. А почему мы, собственно, выбрались сегодня здесь памятник, мемориал воинам, героям, да, потому что, во-первых, это знаковое место для Белебая в плане, ну, не знаю, туристической привлекательности для людей, которые здесь проживают. Ну и, во-вторых, это все-таки памятник воинам, которые защищали свою родину, и как бы плохо, наверное, когда он находится в таком полузакрытом, неприглядном виде, весь заснеженный, и поэтому очень важно и подрастающему поколению, что ли, как бы передать эти ценности, уважение.